Всем привет! Меня зовут Надежда, и я рада приветствовать вас на своем канале «Зеленая жизнь». А у меня сегодня пересадки. Конечно, пересадки. Я назвала это видео квадропересадки, потому что у меня сегодня три орхидеи, и я хочу их пересадить в квадро. Вы знаете, сказать, что какие-то будут что-то новенькое, да, то, чего вы, допустим, не видели, вряд ли. Скорее всего, это все будет то, что вы уже видели не один раз. Просто я бы хотела вас пригласить на то, как это делаю я. Итак, сегодня у нас с вами на пересадку это один из башмачков. Это мой гибрид американец. Он у меня с июня 2021 года. Он у меня отцвел. Вот сейчас при вас я отрезала ему цветоносик. Сегодня у него упал его последний цветочек, скажем так. У меня эта орхидея цветет и растет без проблем. То есть, когда я ее купила, она была цветущая. Не понимаю, почему в июне она была цветущая. Скорее всего, просто у садовника ее в свое время перекормили, и поэтому она была цветущая. В моих условиях вот этот вот гибрид башмачок. Фотографии цветения я сейчас вам добавлю, если кто-то не видел, не смотрел мои обзоры. Вообще так-то я хвасталась, показывала его. Он у меня всегда цветет зимой. В Новый год всегда есть его цветение. То есть он готовится, он сейчас будет отдыхать. Вот, не знаю, может, у кого-то и летом цветет, может быть. У меня летом он никогда не цвел, он сейчас будет отдыхать до поздней-поздней осени, потом он закладывает снова цветоносы и начинает цвести. Цветет он довольно-таки долго. Сейчас у нас, извините, уже, да, март. И вот он наконец-то скинул свой последний цветочек. С каждым годом у него розетка становится все больше и больше. То есть я его когда купила, я его пересадила сразу же методом перевалки. Сделала я вот такое ему кашпо. Это арте. Видите, внизу вот такая вот у него, то есть водоросли, грязюка, еще та, как говорится. Здесь у него, потому что постоянно у него водичка. Здесь даже, видите, мыть не мыло, потому что он до конца выпил всю эту воду. Если бы, допустим, сегодня не было пересадки, если бы ее сегодня не было, я бы просто, ну, вымыла бы внешнее кашпо у него, да, и налила бы вот сюда вот, вот так снова ему водичку. То есть в ножках у него вот так вот была бы вода. Вода или вода с удобрением. Опять-таки, когда цветут орхидеи, я их никогда не удобряю, поэтому это была бы чистая водичка. И все, эта вода была бы здесь до тех пор, пока он снова бы ее вот так вот не выпил. Сами по себе, ну, в моих условиях, и вообще, насколько я поняла, вот эти орхидеи, они не любят просушек. Просушки я никогда им не устраивала. Сейчас маленько потише сделаю, а то, по-моему, птички сильно громче меня вякают. Так, если что, птичек у меня нет, это у меня работает интернет. Я просто люблю фоном, когда у меня всегда что-то чирикает, поет. Вот. Значит так, я просушек им никогда не устраиваю. Никогда. То есть, если я наблюдаю, что водички стало поменьше, я добавляю, как-то вот так вот делаю. Составлять ему какой-то супергрунт, да, то есть за это время, я скажу вам, за это время его розетка разрослась раза в 4. То есть он был у меня совсем маленький, и у него была одна розеточка, и он цвел одним цветочком. Вот за эти года вот так вот он разросся. Просто великолепно. Кто-то, конечно, делает посадки на фитиль, но в свое время, год назад, своего Мауди я решила поставить на фитиль. Была довольно-таки очень хорошая розетка, вот, и я, ну, в общем, что-то пошло не так, вот, и с тех пор, скажем так, экспериментировать и ставить следующий свой башмачок на фитильный полив я не буду. Я не говорю, что это плохо, нет, многие содержат на фитиле, и все отлично, я этого делать не буду. Я подготовила ему... Так, тут у него, не знаю, какой объем, наверное, ну, литр,
на литр 2, может быть, где-то вот так, может быть, около 2 литров, да, вот это кашпо. Я, судя по тому, да, какая у него розетка мощная, я подготовила ему сразу квадро на 3 литра. Ну, внутренний кашпо точно трешка. Вниз я положила ему сюда промытое кокосовое волокно, и больше чудить я чего-то придумывать не буду, это точно. То есть уход у него будет абсолютно такой же. У него вот здесь вот будет всегда вот водичка. Вот, этого будет достаточно. Выпил, еще раз подлила, и не более того. То есть уход будет абсолютно таким же. Мало того, я и с грунтами экспериментировать не буду. В свое время я купила, как только я решила завести себе вот такую орхидею, да, а у меня есть еще, кстати, сейчас я вам покажу, у меня есть еще и Пиноккио, был Мауди, есть у меня еще одна орхидея Башмачок, но она маленькая, я купила ее абсолютно маленькая, она очень медленно растет, просто невероятно медленно растет, ну да ладно. Как только я завела себе такую орхидею, я сразу же купила грунт. Во всех магазинах, где продаются орхидеи, и которые занимаются именно, ну, массово, то есть продажами орхидей, они делают, составляют грунта. Нет, значит, есть, просто есть, вот я, допустим, очень люблю магазин Орхидейка, она есть ВКонтакте, пожалуйста, можно спокойно ее найти. Я покупала у нее очень много, не только для башмачков, вообще много грунтов у нее покупала, также у нее там есть, по-моему, препараты, в общем, препараты и все такое. Живых, по-моему, растений у нее нет. Она занимается вот именно все для орхидеи, для растений. Вот такое вот. Освещение тоже у нее, в общем, все есть. И у нее я покупала, еще я покупала такой же в магазине Орхарай. То есть, где видела, там и покупала. А сами по себе башмачки – это кальцифиты. Вот, поэтому что-то искать для них, выдумывать я не стала. Просто купила все. Но люди есть профессионалы, они занимаются этим. Зачем что-то придумывать? Да, вот, пожалуйста. Это же сколько мне нужно было бы составных, да, покупать отдельные, составлять все это. Хотя тут, пожалуйста, есть лава натуральная, да, гидратон, кусочки кораллов, уголь древесный, триферум, корни новозеландского папоротника. Удобрение сразу же идет. Доломит на 6 месяцев. Гранулированный доломит на 6 месяцев. Я, кстати, хотела добавить еще смокот. Вот, тоже для формула для цветения. Как бы очень хотелось бы добавить, но не знаю. А почему бы не добавить? Давайте уже и добавим. В общем, сама по себе пересадка это будет. Так, сейчас я покажу, как вообще выглядит этот грунт. То есть вот таким вот образом я его сейчас из пакетика высыпала сюда. Вот таким образом он и выглядит. Вот это триферный есть, он так и выглядит. Вот. Уголь, очень много угля. Сам по себе, да, довольно-таки влагоемкий грунт. Ну, потому что сама по себе орхидея любит все это дело. Единственное, что только добавим, наверное, все-таки немножко осмокот для цветения. То есть наша с вами задача сейчас аккуратно достать его с посадки, поставить в новый свежее кашпо, да, и обсыпать аккуратненько грунтом. Все, больше ничего мы с вами делать особо не будем. Так, ну давайте приступим, посмотрим, в конце концов, да, что же у нас тут вообще наросло. Как наросло. Вот посмотрите, у них очень здоровые корни. Мне бы не хотелось бы вообще все это тревожить. Абсолютно никак. То есть вот они присосались вот тут вот. Вот это вот, не знаю, вы видите, не видите. Вот такие вот. Это все корни, представляете? И надо как-то это все пересадить очень аккуратно, чтобы желательно ничего не повредить. Аккуратно, методом перевалочки. Ну, что сыпется, то сыпется. Что теперь, да? Остальное также берем, разминаем. Ну давай, дорогой. Давай, мой хороший. Да ты же мой умничка. А вот какие мы красивые. Очуметь. Просто очуметь. Вот туда. Ребята. Видели, какая корневая? Ну, вообще классно. Классно. Так, давайте поставим его тихо.
тихонечко, аккуратненько. Ну, понятно, куда ему тут было еще расти-то? Да-да-да. Так, да я даже керамзит там обтряхивать не буду. Так, самое главное, чтобы вам было видно. Сейчас я присяду, чтобы вам было видно. Так, вот так делаем. Вот так делаем. Засыпаем сверху грунт. Вкусненький, свеженький. Так, добавляем осмокот. Вот так вот. Щедро. Щедро добавляем. Так, и теперь нам самое главное, да, надо... высоту. Определить высоту. Не, вообще идеально сел. Вообще идеально сел. Так, вот это можно убрать. Так. Давайте его достанем. Уже успела насыпать. Всюду и везде. Ну вот посмотрите, как я его поставила. Видите? У него там прилично расстояние будет. Вот видите еще, сколько здесь у него расти. Свежего грунтика добавим. Обложим. И хорошо. Сейчас я его выровню. Вот так вот. Все, а теперь будем обсыпать. А где у меня... А где у меня? Не знаю, где у меня. Давайте руками будем. Ну что теперь? Руки потом можно помыть в конце концов. Так, самое главное здесь это, чтобы не оставалось никаких у него карманов. То есть, понимаете, да, это не фаленопсис, которому, ну, остался карман, значит, остался. Тут нет. Так, знаете что? Судя по тому, какой объем, я, наверное, со второго пакетика, наверное, тоже добавлю сейчас. Смешаю два составных грунта. Сейчас мне, наверное, точно понадобится, чем размешать. Руками у меня не получится это сделать. Так, ну пошла. Все под рукой. Я говорю, суббота это дело такое. Мне иногда такое ощущение, что за субботу у меня стоит план. Как навести побольше грязи в квартире своими пересадками, чтобы потом все это дело с гордо поднятой головой поубирать. Навести чистоту и сказать, какая я хозяюшка. Так, вот видите, размешала два грунта вместе. Так, ну и давайте дальше засыпем все это дело. Метод перевалки. Самый мой любимый. Не всегда, конечно, он получается. Бывают разные ситуации. Ну, в этот раз нам повезло. Смотрите, какие большие ракушки. Видите? Круто вообще. И все это у нас здесь, в этом грунте. Так что я вот прям советую вам. Если вы хотите себе такую орхидею, не мудрите вы с этими составляющими грунтами. Ну, кальцифит это. Ну, что бы мы там ни придумывали, ну, все за нас давно природа придумала. Дайте ему то, что он хочет, и он даст вам отличное цветение и рост. И все будет великолепно. Почему-то с этими орхидеями я
Не хочу экспериментировать. Ну, наверное, потому что потеряла очень дорогую для себя орхидею. Не в смысле денег, а в смысле того, что мне вообще-то ее сынок дарил в свое время. Вот, и я очень не хотела ее потерять и боролась за нее до последнего. Ну, ничего не получилось. Поэтому я говорю, экспериментировать ни с посадками, ни с грунтами я не хочу. Вот у меня получается вот так вот за ней ухаживать. Вот так я и буду делать. Обычно там посмотришь, что-нибудь хочется, что-нибудь новенькое. Думаешь, вот, нет, сегодня я посажу вот так. А давай-ка я добавлю еще что-нибудь. Обычно я так и делаю. Ну, не с этими растениями. Не с этими. Мне очень нравится, как растет эта орхидея, как она цветет. Просто добавь воды, как говорится. Правильная посадка, правильные компоненты. Это 99% зал успеха выращивания того или иного растения. Ну и еще плюс ко всему мои любимые кашпо квадро. Так, как видите, да, я не боюсь ей шейку тут заглубить, потому что, как я уже и сказала, верхнего полива нету, есть только нижний. Ну, то есть подошла вот тут вот, да, здесь вот сбоку. Раз-раз налила до тех пор, пока тут все спустилось вниз. Давно я уже смотрела на этого башмачка, чтобы пересадить. Вот. Ну, думаю, ладно, отцветешь и потом. Вообще, я еще той весной смотрела. Думаю, ну, нет, ладно. Давайте еще маленечко, чуть-чуть добавлю вот тут вот. Очень мне нравится грунт такой вот с этими прикольными ракушками. Так, все. Ребят, точно все. Обязательно сегодня же пролью, потому что он выпил воду до этого всю, да? Вот. Он хочет пить. Надо его пролить. Так. Кашпо было абсолютно чистенькое. Надя напакостила. Ну да ладно. Давайте поставим. Вот, посмотрите. Вот такое получилось у меня. Вот такое вот красивое, большое растение. Супер. Так, сейчас мы его с вами отставим. Так, я хотела за одним показать вам, как еще. Ну, вот смотрите, да, вот такая вот розетка. То есть они друг от дружки растут. Вот. И получается вот такое вот объемное растение. Вот. А есть у меня еще вот такое вот Пиноккио. Вот. Что вы думаете? Ну, то есть это вот я покупала розеточку. Тоже она с мая 2021 года. Вот оно, материнское растение. Прекрасно росло, цвело. Вот. И потом, ну, видимо, розеточка уже все. Руки грязные, сейчас пойду мыть. Все-таки в угле, там же уголь, много-много угля. Как видите, да, тот же самый грунт, все те же самые составляющие, тот же самый уход, то же самое кашпо. Сейчас мы водичку выпил, тоже воду я ему добавлю. Вот, я отрезала цветонос, у него последний был, да, и после этого он перестал цвести, то есть все. А так у него очень интересное револьверное такое цветение, то есть он выдает цветоносик, но цветоносики у него один за одним, получаются цветочки очень прикольные, такие нежные-нежные. А, вот, и, то есть один за одним, не нужно отрезать ему цветонос до тех пор, пока он полностью не отцветет, потому что у него за следующим цветочком бывает еще один и еще один. Ну, оно так и называется, револьверное цветение. Вот, после этого он выдал мне
не одну детку. То есть вы видите, вот это у него детка. У него была еще одна детка, я отсоединила аккуратненько и поставила на наращивание. Мне ничего не получилось, я вам скажу. Не получилось у меня и все. То есть, не знаю, может у кого-то получается, да, все это дело вот с детками у башмаков. Они сами по себе растут очень медленно. Невероятно медленно. Вот. А от материнского растения, если отделить, так это вообще какой-то... У меня есть, то есть, башмачок, который растет уже третий год. И за это время он выдал всего два листочка, чуть-чуть подрос. А до этого, ну, это вообще... Никогда больше малыша покупать себе не буду. То есть, если покупать себе вот такую орхидею, покупать ее нужно во взрослом виде уже, которая цветет. Все. И после этого она вас будет долго и упорно радовать. Иначе, ну, я не знаю, какие-то надо условия, чтобы это все это вырастить. Потому что вот это, получается, детка у меня уже, вот она растет год. Их было две. Одну соединила, вот я ее соединила, и она у меня погибла. Долго погибала, очень долго, но она погибла. Расти она не стала. Вот. Это начала расти дальше, замечательно. Я смотрю на пенек, здесь вот еще, видите, есть, то есть зачаточки. То есть, скорее всего, еще и еще будет. То есть, и по идее, вот с этим, если бы я хотела пересадить его, ну, я не хочу пересаживать, пускай так и сидит. Вот, но когда бы вот он разросся, вот так же, допустим, как гибрид, я вообще советую, если что, хотите себе башмачки, покупайте вы себе гибриды. Вот они вообще вот давным-давно адаптированы. Прекрасно растут, прекрасно цветут, проблем с ними нет. Вот возьмешь природника и все. И вот и начинается у нас вот это. Один бубен купишь, второй бубен купишь, а ему эти бубны не нравятся, ему надо какой-то другой. Вот поэтому все-таки хочется, знаете, ну, я понимаю, допустим, да, надо уметь и спасать, надо уметь лечить, надо уметь там выхаживать растения, но порой так хочется, чтобы они просто уже, блин, цвели и все. Потому что постоянно ходить и смотреть на какие-то полузадохлики, ну, по-моему, у кого угодно руки вообще опустятся, честно слово. Так что вот я вот смотрю на своего пиноккио, он в прекрасном состоянии, что мамка, что детское растение, да. Он растет, он вырастет, я больше чем уверена, что возможно, через годик я увижу его снова цветение, и, конечно же, поделюсь этим цветением с вами. Вот. Но это очень долгий процесс, сразу вам скажу. Вот в отличие от американца, который вообще не вопрос, он уже какое кустище, я больше чем уверена, что в следующий раз, когда мы с вами будем его пересаживать, в следующий раз придется что-то поделить, потому что ну, это уже на 3 литра, а следующий что это будет? 5 литров, 10 литров, 15? Ну, как-то так. Так, ну что, примем, сейчас я маленько тут приберу, помою руки, и мы с вами приступим, приведем в порядок еще две моих орхидеи. Следующая у меня орхидея на пересадку, это моя маленькая Леодора. Я сегодня показывала уже в первом видео сегодняшнем цветение моей Леодоры взрослой. Я ее покупала взрослой, она была... Да, цветущая. Но она у меня еще больше разрослась раза в три. Вообще, мне очень нравятся орхидеи, у которых вот такие вот огромные листья. То есть, они реально огромные. То есть, у нее лист будет больше моей ладони раза в два или в три. Представляете, да? Но это совсем маленький подросточек. Это размер называется где-то 2,5. Даже в таком размере орхидеи цветут. Они уже готовы, по идее, к цветению, но... Скажем так, зацветет, не значит нет. Моя задача просто ее вырастить до большого размера. Покупала я ее в 1,7. Вот, Леодорочку моя маленькая, моя девочка. Растет она у меня в керамзите, растет она без проблем. Вот, кто там когда-то, я не помню, кто-то мне писал, ну, из подписчиков, ну, не знаю, или из гостей моего канала, по поводу того, что ошибочное мнение, что вот кот, дикий кот, типа, много пьет, и что Леодора много пьет, я тогда прям
ну, написала ответ, что я вот не знаю, как насчет Леодора. У меня, говорю, в моих условиях Леодора никогда не был водохлебом. Это обычно орхидея, полив раз в неделю. Надо даже два раза в неделю. Я специально вот сейчас их напоила, вот специально перед тем, как, чтобы пересадить, да. Сейчас я пересажу, и у меня даже керамзит свеженький, он тоже помытый. Вот, чтобы потом не поливать еще, ну, не 5-6, ну, неделю. Да, в общем, до следующих выходных я трогать эту орхидею точно не буду. Вот. А кот дикий, да, действительно, очень хорошо пил. Ну, то есть ты подходишь, поливаешь, да, и посадка-то более-менее свежая, и объем хороший. Но почему-то через 2 дня этой воды нету, и корни уже серебристые. Опять-таки, у всех разные условия, вот как можно к этому подстраиваться, да, абсолютно нет. Но был комментарий на тему того, что почему вы вешаете ярлыки на орхидей, что вот дикий кот – это водохлеб. Все так говорят, на самом деле это не так. Я говорю, я не хочу вешать никакие ярлыки, я говорю просто в своих условиях, как та или иная орхидея себя ведет, вот и все. И вы должны быть готовы к тому, что эта орхидея в ваших условиях может очень быстро пересыхать. А это говорит о чем? Это говорит нам лишь о том, что иногда приходится корректировать на тему, какую делать посадку той или иной орхидеи. Да? Иногда одну можно просто, вот, допустим, у меня, вот как она может быть водохлебом, если она у меня спокойно растет просто в открытой банке. Я говорю, посмотрите мои видео, вы посмотрите вообще, ну, по одному видео делать какие-то, не знаю, выводы, мне кажется, ну, это некорректно, да, некорректно. Откройте и посмотрите на мои орхидеи, они все разные, и вот как вот, если она была водохлебом, вот дикого кота никогда не поставлю в открытую банку, он, ну, просто будет пересыхать, зачем мне это надо, и бегать с ним там постоянно. Я вот сейчас сделала ему влагоемкую посадку, там мох, керамзит, снова мох, он там голову поднял, ему там вообще хорошо, отлично. Да, вот это вот, тут я его уберу, с этим листиком приходила. Вот я к чему говорю. Вот. Лишь только к этому я подвожу, что та или иная орхидея, при том, когда мы начинаем говорить, как она себя чувствует в наших условиях, мы подбираем ей определенный грунт, посадку и так далее и тому подобное. Хотя, еще раз повторюсь, мне кажется, орхидеи могут расти и все в чем угодно. Фаленопсис – это эпифиты, если честно. Если вы помните. Так, она сидела в керамзите, в керамзит я сажаю. Единственное, знаете, почему я пересаживаю? Потому что, ну, орхидейки уже подросли, да? Она такая была маленьким-маленьким птенчиком, а теперь это уже красивый подросток. Хочется дать уже красивое кашпо, чтобы все это красиво смотрелось, ну, на полочке. Так. Облагородить все это дело. Аккуратненько поставила. Так, сейчас только подумаю, в какую сторону ее закрутить. Сама по себе леодорка, да, она растет маленько вот так вот. Она у меня и взрослая, она растет, она сюда. Она у меня и в банке вот так вот висит. Мне очень нравится, когда они вот так вот смотрятся. Вот, поэтому я ее сейчас и посажу так, ближе, то есть не по центру, она пускай будет у меня вот так, и в ту сторону она у меня так и растет. Кстати, вот эти самые кашпо-квадры, все засыпаем, я ее установила. Вот. Кстати, вот эти кашпо-квадры очень хорошо можно установить в подвесную кашпо, да. То есть у меня есть вязаные кашпо. То есть ставишь и подвешиваешь. Тоже очень отлично, красивенько смотрится. Так что в будущем эта леодорка у меня тоже не будет стоять, она будет у меня висеть, потому что это очень большие листья. Вот. Ну и просто стоять на полочке, чтобы листья лежали на этой полочке. Зачем? А вот когда она будет... Здесь у меня разный керамзит, и видно, что это использованный уже много-много раз. У меня есть новый керамзит, он стоит у меня на моем любимом волшебном балконе. По-моему, скоро меня придут раскулачивать. Скажут, где там твой, да, гараж с балконом, где куча грунтов и всяких разных кашпо, да? Надо делиться вообще, скажи, с товарищами. Вот, в свое время просто купила большой мешок
керамзита, вот этого. Это пларгоновский керамзит. Вот. Но я же тогда думала, что я буду дальше разводить орхидеи. Но в свое время как бы я взяла и остановилась на этом. Все, хватит, не хочу больше. Вот. А керамзит, он, ему же ничего не делается. Ты его промыл и дальше его используешь. Поэтому новый керамзит как стоял, так и стоит. Ну ничего, в хозяйстве всегда все пригодится. Сегодня я не пользуюсь им, а завтра буду пользоваться даже. Так. Я вот так думаю, сюда и надо добавить чуть-чуть. Да, вот так сюда сейчас мы... Тут еще с этих сторон сейчас мы ее закрепим. Ну и все. Скажите, вот эти воздушные корешки, ну и что? Они же воздушные, они и были у нее на воздухе. Пускай они так у нее и будут. Ну, такая вот получилась у меня посадочка. Так. Второй квадр готово. И давайте еще одну орхидейку мы с вами пересадим, тоже дадим ей красивое кашпо. Я так думаю, что эта орхидейка уже достойна этого. Я уже как-то рассказывала про нее. Здесь на ней написано, я не знаю, что это за орхидея, не знаю ее сорт. Я просто, здесь написано магазин Электромаркет. У нас в Парабеле есть магазин Электромаркет. Там стояли у них две орхидеи, загибались. Вот, и я их тогда взялась спасать. Так, дайте мне уже, говорю, орхидеи, я их это спасу. И одну-то вообще без проблем я сразу же спасла, поставила в благовонную посадку, набрала тургор и ей обратно унесла, отдала. Вот. А со второй была проблема. Ну как же ты так? Зачем ты вышла тут? Давай мы тебя достанем. А со второй была проблема, потому что она была уже в таком состоянии, когда у нее, считай, не было точки роста. Вот, и она уже только лишь для того, чтобы как-то выжить, она дала детку. Вот, а сама она уже, считай, погибла. Все. И моя задача на тот момент была... эту детку правильно отделить и дать шанс этой детке выжить без мамки. Что я и сделала. И... тогда эта маленькая орхидея, блин, как она нехорошо там засела-то. Тогда эта маленькая орхидея была всего лишь маленькой кнопочкой с ноготь на мизинце. Представляете, какая она была? Ну, фаленопсисы, в отличие от башмачков, на которые я сейчас только что жаловалась, они довольно-таки неплохо и быстро растут. Но я считаю, что это быстро. Слушай, я уже тут все вырезала, что могла. Блин. Сейчас, секундочку. Вот. Сейчас я просто, у меня написаны все эти даты, какого числа у меня вся эта операция началась по спасению. Ну, придется, похоже, с корнем попрощаться. Да. Ну ладно, что теперь? Новый наростник, да? Много новых корней. Так. Где у меня тут что было написано-то по поводу... А, вот вся ее история.
Значит так, 28.04, ну то есть, ну грубо говоря, в мае. В мае 21 года я забрала эту орхидею. В сентябре я отделила детку. То есть она до сентября у меня еще, я, то есть до последнего пыталась спасти ее. Не то чтобы спасти, а детка была настолько маленькая, что если бы я отделила ее сразу же, я бы не смогла ее спасти. А так я подкармливала материнский вот этот вот пенек до тех пор, пока чуть-чуть деточка еще подросла. И вот май, июнь, июль, август, сентябрь, до сентября. И в сентябре, читая в конце, я ее отделила. И все, поставила ее в мох, ну, обычная, как бы, с малышами, как это обычно происходит, и я начала ее наращивать. И вот 14-11-21 я ее, в общем, что-то я с ней сделала. Видимо, я ее отделила, поставила, а потом уже у нее была более-менее такая, как бы, типа, взрослая даже посадочка. Вот. Ну, и вот, смотрите, какая классная. Классная. Так, ей мы тоже дадим, конечно же, квадро. Так я и буду называть эту орхидею, орхидея электромаркет. Вот, я, кстати, потом заходила, говорила, я говорю, нормально, говорю, все с вашей орхидейкой. Я говорю, она когда подрастет, зацветет, я вам ее принесу обратно. Мне сказали, не надо. Не надо, выращивайте дальше сами. Я говорю, ну ладно, как хотите. Значит, будет моя. Так что будет очень интересно, когда она зацветет. Я не думаю, что она там какая-то супер-пупер. Думаю, что это обычный фаленопсис какой-нибудь. Сирененький или беленький, что-то типа вот этого. Да ну и не суть. Не в этом же вся фишка, да, скажем так. Так, все усадили. Листики. Мне нравится, когда листики лежат на бортиках. Вот, и просто засыпаем керамзитом. И не более того. Вот. Орхидейки напитые. Поливать я их не буду. До следующих выходных это точно. Керамзит тоже сырой. Я его промыла, освежила. Потому что это керамзит с разных посадок. Орхидейки у меня... больных у меня орхидей нету. Но все равно керамзит после... Вот, допустим, сейчас я взяла, да, у них есть старый керамзит. Я его обязательно замочу в кипятке. Я, знаете, кто-то там берет керамзит прям и кипятит. Я этого не делаю. Я его не кипячу никогда. Если, допустим, у меня есть какое-то подозрение по поводу того, что, ну, орхидея чем-то там могла когда-то чем-то приболеть, вот, у меня есть специальные... препараты, которые чистят гидропонику. Вот, то есть сначала я заливаю пару раз кипяточком, все это постоит, а потом я еще заливаю вот этим раствором, вот, для чистки гидропоники. И все. Тоже постоит там сколько? Ну, не знаю, час-два. После этого я просушиваю керамзит. Я считаю, после этого вполне готов для дальнейшего использования. Даже очень там готов. Ну вот, облагородили. Теперь они будут стоять у меня. Дальше симпатичненькие. Как настоящие. Уже прям как взрослые такие девчоночки, да? А то были прям малышки-малышки. Вот. Я не то чтобы против, там, наверное, уже говорила и не раз, и не два, и не 25 раз. Я не против стаканчиков всех вот этих вот. Но иногда хочется, конечно. Так, вот так вот у меня получилось. Вот я ее засыпала. Корешки я прекрасно вижу. Я буду знать, когда поливать. То есть корешки становятся серебристыми. Серебристыми. После этого я поливаю. Свои орхидеи домашние глубоко, то есть это не новые, не вновь купленные, да, орхидеи. Это мои домашние уже давным-давным-давно. Они уже привыкли к такому поливу, то есть все орхидеи нужно к чему-то приучать. Вот мои привыкли, и я уже привыкла так. То есть я все свои орхидеи поливаю так. Вот в пятницу вечер я их заливаю просто водичкой. Они стоят у меня до воскресенья. В воскресенье я сливаю. Все, они за это время они напиваются отлично.
все у них хорошо. Воду я им сейчас не оставляю. Раньше, да, раньше оставляла у своих фаленопсисов. У меня там в ножках была вода. Вот, сейчас стараюсь этого не делать. Даже если вода остается, я жду, когда эта вода либо высохнет, либо испарится, либо в конце концов орхидея выпьет эту воду. Жду еще несколько дней, чтобы она просохла и корни стали серебристые, и снова тогда поливаю. Вот. В любом случае фаленопсисом необходима просушка. Сейчас объясню еще почему. Я такой вывод сделала. Нет, не то чтобы там они сгниют, эти корни, если постоянно будут в воде. Нет, это неверно. Корни, которые дошли уже до воды и в воде растут, они уже адаптированы к этой воде, и они будут там в этой воде жить, все с ними будет нормально. Но, как показала лично моя практика в уходе за орхидеями, если не просушивать орхидейку, то, возможно, будут проблемы при следующей пересадке. У меня такое было и не с одной, и не с двумя, и даже не с тремя орхидеями, которые я не просушивала. Просто при пересадке, когда я, допустим, ставила, во-первых, каждый раз нужна была пересадка не потому, что мне захотелось поменять кашпо или там что-то, да, просто выросла орхидея. Нет, потому что это была обычно какая-то проблемка. Не знаю, не помню уже какая, они были разные, но были. И обычно я ставлю такую орхидею, когда у нее проблемка, я ставлю ее, как правило, на открытую систему сразу же, чтобы понаблюдать, понаращивать новые корни, свежие вообще, как себя будет вести орхидея. И эти корни, которые не были просушены ни разу, они, как правило, начинали издавать запах. Запах, понимаете, это неприятный довольно-таки, я не могу его объяснить, но это запах гнилостности какой-то, знаете, ну картошка лежит, много-много картошки, и вот какая-то из них там под низом какая-то, ну явно уже скисла, и нужно перебрать эту картошечку, но запах ты чувствуешь. Вот что-то типа вот этого, знаете, какой-то подвальной сырости непонятной, вот, и это источает именно вот эти самые корни. Так вот, орхидею, которую вы будете просушивать, ну, не до хруста, конечно, это понятно, понятно, что нет. Просто дождитесь, когда корешки посеребрятся, чуть-чуть просохнет грунт, да, и снова напоите свою орхидею. Так вот, с такими орхидеями при пересадках у меня не было ни разу никаких проблем. Ни разу. Что я делала с теми орхидеями, которые начинали издавать вот такой вот запах? Ну, я проливала их фунгицидами, Привикур Энерджи, раз, два, три. То есть какие-то нормально, хорошо себя чувствовали, потом дальше росли, но это в течение месяца этот запах оставался. То есть на это нужно время, чтобы подлечить корневую, а лучше вообще нарастить, конечно, новую. Ну все, я заболталась, я прям не могу, как я по вам соскучилась, я прям чувствую, что мне хорошо, замечательно. Так, ну вот они, наши пересадочки. Вот они, наши пересадочки, вот они, наши орхидейки. Я благодарю вас за то, что вы со мной сегодня были, с моими пересадками. И я надеюсь, что мое видео было интересным и полезным. Пишите свои комментарии, если остались вопросы, обязательно на них отвечу. До новых встреч и пока-пока!